Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как подключить к вашему телефону устройство Xiaomi Smart Mi Evaporative Humidifier. Итак, вначале открываем приложение Play Market и скачиваем приложение под названием Smart Mi. Вписываем Smart Mi и видим здесь приложение Xiaomi Home. Это и есть наше приложение, с помощью которого мы будем управлять и Smart Mi, и другими умными устройствами Xiaomi. Нажимаем «Открыть». Вот он, что-то увидел мое прошлое устройство. У нас раньше был другой увлажнитель воздуха, сейчас выбрали все-таки этот. И давайте посмотрим, что же нужно сделать, чтобы подключить устройство. Ну, вначале наше устройство нужно подключить к сети, то есть в розетку. Подключаем устройство в розетку. И все, и пока что ничего не трогаем. Нажимаем на кнопочку «плюсик». Разрешаем все, что нужно ему. Включаем Wi-Fi, если он просит. И видим, что он видит Smart Mi Evaporative Humidifier. Если вдруг он его не увидел автоматически, тогда нажимаем на кнопочку с круговым движением на нашем Humidifier, чтобы начал работать сам увлажнитель. И, собственно, у вас тогда должно появиться здесь, это устройство. Если оно не появилось все равно, значит, вам все-таки придется его поискать в вот этом вот меню, то есть очистка воздуха, вот Smart Mi, увлажнитель, Humidifier, вот Smart Mi, Evaporative Humidifier, это первое поколение. Выбираем его и смотрите, что он нам рекомендует сделать. Вначале он рекомендует нам нажать и удерживать одновременно две кнопки. Они сенсорные, мы просто нажимаем и удерживаем. Это для того, чтобы сбросить предыдущее подключение, если его кто-то тестировал и забыл сбросить. Итак, устройство сброшено. Нажимаем «Далее», нажимаем там «Я принимаю», «Далее». И все, идет подключение. Конечно же, если у вас изначально вверху увидело ваше устройство, ваш телефон увидел ваш увлажнитель, очиститель воздуха, тогда вам, по сути, не нужно сбрасывать устройство и искать его в контекстном меню. Просто нажимаете на него, и он автоматически уже дойдет до этого процесса сам. Видим, что оно уже все сделалось. Отлично, теперь выполняем просто настройку, выбираем, где это будет, например, в гостиной. Можете переименовать устройство, очиститель там 1-2, может у вас их несколько. Нажимаем «Начало работы», нажимаем «Принять». И вот видим влажность в помещении, можем включить несколько режимов, можем включить режим максимального увлажнения. Можем, по сути, делать что угодно, ребята. Можем включить режим осушения воздуха, это еще интереснее. Можем включить даже родительский контроль, чтобы вы понимали. Что ж, ребят, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Я очень сильно надеюсь, что это видео оказалось для вас хоть капельку полезным. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До скорых встреч!